Вот такие вот глаза. Я думала, там много, а тут всего лишь 4. Девчонки свою бомбочку дали. Масочку. Калина мне попросила, чтобы и я ей тоже намазала. Андрей, ты? Угу. Папа сейчас подключает. Привет, всем привет, всем привет. Мы только приехали с магазина. И сразу начинаем наш влог снимать. Поехали. Так, это что, это у нас папа купил? Так, что мы сегодня купили? Сейчас сделаем обзор покупочек. Это любимый сыр Маргариты. Вот такая вот коровка. Это плавленый сыр, и это тоже, да, плавленый сыр? А что я купила? Два плавленых сыра и такой-такой? Ну ладно, этот, в общем, в треугольничках, а этот уже нужно брать и мазать. Его просто нужно открывать? Да. Да. Так, что еще мы купили? Овощи, фрукты. Ну, в общем, сейчас буду разбирать, перебирать. Магазин сегодня был переполненный. Каждый до единого был в маске. Без маски вообще не пускают. Уже раньше это, в принципе, мы заходили, ну, по желанию. А сейчас все, сейчас, и тем более сегодня такой магазин полный был. Столько народу. Вот, и все были в масках. И у нас сейчас по Швейцарии говорят 5-6 тысяч в день заболевших. Вот так. Так что, может быть, опять будет карантин или что-то такое, не знаю. Я купила вкусняшки, конфетки на Хэллоуин. Это вот такие вот червячки. Не знаю, что это такое. В общем, какие-то червяки зеленые. Зеленые червяки. И вам в школу пойдет вот такую пиццу? Мини-пицца. Вот такие вот глаза. Я думала, там много, а тут всего лишь 4. Вот эти конфеты я взяла раздавать, кто придет к нам, да, детям. Здесь вот нарисованы всякие тыковки, паучки, кошки, не знаю, кто это. А это, видно, да? А это нам, да. Зубы, а вампира и глаза. И вот такие. Да, вот это ли нужно убрать, чтобы не таскали. Так, сегодня я купила все для салатика. Я хочу сделать оливьешку сегодня. Оливьешку, не знаю, это папа купил. Так, что мне еще? Вот я купила колбасу. Докторскую. Что еще нужно? Там огурчики я взяла где-то. Это кокосовая стружка, я не знаю. Просто захотела иногда куда-нибудь на мороженое сверху. Кокосовая стружка. Это в школу вам можно печенюшки. Рыбка. Так, ладно, все, я буду раскидывать. Так, купила еще вот такие палочки кукурузные, я им даю в школу. Вот эти хлопья опять купила. Мы брали их уже, и они очень понравились. Печенюшки тоже в школу. Вкусные, с начинкой. Так, это Дарвида. Тоже печенье. И вот такие вот еще, с йогуртом. Пицца маленькая, а? Ну, хочешь, пей. Еще вот такие вот печенюшки тоже вкусные. Вот. Их тут можно даже с овощами кушать, вот-вот-вот, с какой-то начинкой, либо сыром мазать. Да. Ну, будет день рождения, у тебя куплю. Нет, купи. Как это нет? Маргарите подарили на день рождения. Нет, купи. У тебя скоро день рождения будет, нет, через полтора купи. Месяца. Ой, скоро нет, совсем. Купи. Через купи. Полтора месяца. Нет, купи. На день рождения куплю. Нет, купи. Да, да. Бонни, ты что тут делаешь? Ты сумки проверяешь? Здесь мясо. Мясо, поэтому она туда залезла. Так, яйца. Вот. Мы всегда такую пиццу берем. Полуготовую на всякий случай, когда готовить не успеваю, то... Ну вот, купила, в общем, фрукты, овощи. Не знаю, как вот эта вот штука называется. Лео, кому съемайся, Коса? Черемория. Черемория? Черемория. Черемория, как и хурма, то есть... брокколи, морковка, капуста цветная, вот огурчики, виноградик, перчик. В общем, как обычно, овощи, фрукты. Еще морковка. Сейчас я буду делать оливье, картошка. Картошку что-то я крупную взяла. Надеюсь, она хорошая. Обычно иногда бывает крупную купишь, и внутри она черная. Надеюсь, она не будет такой. Так, вот это вот булочки в школу тоже. Так, купила салфеточки. Так, ну и все. Варенье малиновое. Поставила вариться овощи. Сейчас еще поставлю яйца. У меня сейчас будет пауза.
Я себе выделю часик немножко полежать в джакузи. Вот, вот тут девчонки свою бомбочку дали, масочку. Расслаблюсь, сейчас водичка наберется. Давайте. Маргарита, будешь резать салатик? Да. Я же сказала это не открывать. Потому что я на Хэллоуин купила. Девочки. Теперь все захотят. Нет. Ей нельзя. Ксюш, тебе нельзя. Посмотри, какой длинный червяк. Сколько метров? 1. 15. 20. Окей, смотри, смотри. Все, мы сейчас будем резать оливьешку. Оливьешечку будем резать. Маргарита чистит. Яички. Яички, помнишь? Яички. Готов салатик. Все перемешалось. Я вообще люблю не только горошек добавлять, но еще и кукурузку. Моя мама всегда добавляла в оливье и горошек, и кукурузку. Не знаю, добавлять, не добавлять. Не буду уже добавлять, я тут слишком много я добавила горошка. Надо было пол баночки горошка и пол баночки кукурузки. Сейчас еще потушу грибочки со сливками в сливочном соусе. И рис. И будем ужинать. Смотри, как она скачена. Она у тебя сейчас сосиску отхватит. Макс ничего не хочет кушать, как всегда. Я не знаю, что ему готовить. Я уже не знаю, что ему готовить. Я знаю. Калина мне попросила, чтобы я ей тоже намазала, то есть это, сделала масочку. Вот, вот у меня хочу, еще осталось хочу, вот этой черной хочу, масочки. Хочу. Ты тоже хочешь? На все лицо? Нет, как Калина. Вот только здесь. Вот так вот, да? Макс? Хорошо. Вот здесь вот у меня еще осталось немножечко масочка. И вот еще вот это вот. Я ей потом еще вот здесь намазала. Я не хочу. Кируса, когда кажу. Ладно, пойдем концерт смотреть. С водой 11 минут. Да. Осталось 17 минут. Покажи. Так, вот теперь нужно зайти. Началось почти. Что он раздевается? Чем он раздевается? Осталось 10 минут. Шоу начинается. Я сама так счастлива, как будто я ее фанатка. Я счастлива за Ксюшу. Я помню, как я тоже один раз смотрела концерт своей любимой певицы дома. Я просто прыгала до потолка. Поэтому я Ксюшу очень хорошо понимаю. Я даже школу пропустила. Да, я в школу не пошла, прогуляла из-за концерта. Папа сейчас попробует подключить к телевизору. Все? Как? Давай. Танцуй. Подпевай. Она вживую поет, между прочим.
Подожди, я еще не выложила. Это моя любимая песня из всех. Папа там долго, блин, ищет провод. Угу. Папа сейчас подключает. Акитинский пандермас. Я погарну. Эффекты. Все. Все сидим, все собрались. Смотрим. Маргоша тоже. Да, закончилось. В общем, концерт шел 1 час. Ну, было очень красиво. Обязательно запишем с экрана на компьютере, потому что 24 часа будет доступ. И все, и Ксюша может смотреть, слушать каждый день. Девочки, 2 часа ночи. Завтра мы поедем, то есть не завтра, а уже сегодня, поедем на озеро красивое смотреть. Да, давайте отдыхать. Концерт закончился, все, 2 часа ночи. Почти, так что все, ребят. Кто это тут спит у Ксюши? Смотри, Ксюшку грызет, Ксюшку не любит, но все равно спит на ее кроватке. Вечно они ругаются, вечно они дерутся. С Чучей. Вот так вот глазки она закрывает. Скажи, выключите свет. Я спать хочу, выключите свет. Вот смотри, она закрывается. Нет, не надо. Ванюсечка, мы тебе друга купим, да, чтобы тебе скучно не было. Ну там посмотрим, мальчик или девочка. Место! Все. Лежать. 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 Все, теперь спать. Так.